Овощи по-тайски жарят посреди грядок с созревающим урожаем. Но это не Бангкок. Это столица Южного Судана, город Джуба. Тайские миротворцы при миссии ООН в стране решили провести мастер-классы и обучить суданцев тонкостям своей кулинарии. И не только. Они также рассказывают, как выращивать зелень и овощи, которые здесь обычно не произрастают. Их помощь очень кстати, ведь за годы гражданского конфликта площадь сельхозугодий в стране значительно сократилась. Один из участников мастер-класса – суданец Як. Он живет в лагере для вынужденных переселенцев. Мне показали, как правильно это делать. Я все усвоил и теперь могу заниматься выращиванием самостоятельно. Гуманитарная ситуация в Южном Судане непростая. Многие люди зависят от международной помощи. Несмотря на то, что мы лишь небольшая часть миссии ООН в Южном Судане, мы стараемся делать все возможное, чтобы развивать и поддерживать это сообщество и эту страну. В будущем это принесет ей благополучие. Насилие в Южном Судане вспыхнуло в 2013 году, через два года после обретения страной независимости. За территорией сражаются армия и оппозиция. В ходе боев уже погибло более 400 тысяч человек. Еще около 4 миллионов обратились в бегство. Тайские военные пробудут в Южном Судане еще 3 месяца, однако они уже передали грядки с растениями в распоряжение местной полиции.